Всероссийский фестиваль погружения проходит во Владивостоке. 6 июля актеры Владивостокского театра молодежи открыли фестиваль красочным шествием по улице Светланской до набережной спортивной гавани. Шоу завершилось в море. Актеры сняли маски и символично отправили их в плавание. Мероприятие продолжилось в амфитеатре на спортивной набережной, где состоялся концерт местных групп «Тесла» и «Стар Кардиган». А на следующий день в международном аэропорту Владивостока развернулось представление. Артисты фестиваля «Погружение» представили эскиз, постановку «Бег», в которой рассказывалось о 8 снах писателя Михаила Булгакова. История об обреченных на скитание людях, оказавшихся в районе турецкой бухты Золотой Рог. Это гимн любви к родине и последствиях разрыва с ней. Отметим, что первый фестиваль «Лаборатория современного театра» в этом году охватит 3 направления – уличный театр, променад и все, что касается специфики места. Жители смогут познакомиться с современными формами театра, принять участие в лекциях и спектаклях. Для артистов и режиссеров пройдут творческие лаборатории, что позволит повысить профессиональное мастерство и познакомить всех заинтересованных с современными тенденциями театрального искусства. Мероприятие организовано в рамках регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Фестиваль продлится до 23 июля. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.